Доброе утро, друзья! 1 сентября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. День знаний. День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. День нефтяника. День государственности Кабардино-Балкарской республики. День озера Байкал. День независимости Республики Узбекистан. День белорусской письменности. Фёкла – свекольница в народном календаре. На Руси свеклу употребляли с древних времен, как белую, так и красную. Знаменательное событие. 1910 год. Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. Апрелевский завод грампластинок. В 1919 открылась первая в мире государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, ВГИК. В 1939 году началась Вторая мировая война. 1964. Впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши». Родились в этот день. 1956 год. Надежда Чепрага, молдавская советская эстрадная певица. В 1958 родился Сергей Гермаш, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. В 1971 году Геннадий Бачинский, российский радио и телеведущий, продюсер. 1973 родился Сергей Бабунец, российский музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации». Этот день по лунному календарю. До 7 часов 52 минут по московскому времени – второй лунный день. День начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам. Но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительнее продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна. Растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области. Сейчас это весьма своевременно. После 7 часов 52 минут третьи лунные сутки. С этого дня на небе появляется лунный серп. Начинается неумение. Новомесячье. Энергетический день очень сильный. Сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Вот такой он 1 сентября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!